Пограничники Одесского региона отчитались о проделанной работе, а некоторыми достижениями даже слегка похвастались. И неспроста, ведь эффективность значительно возросла. Среди основных показателей – выявление оружия, боеприпасов и наркотиков. Резонансных задержаний тоже хватает, так что граница у нас на замке. Серед резонансных затриманий – выявление 17 картин эпохи Ренесансу, викриття в Одесі нарколабораторії по виготовленню амфетаміну, виявлення, по нашій інформації, 157 кілограмів кокаїну в порту Роттердам. Акценти зроблено і на повітряні та морські пункти пропуску, в яких ліквідовано 4 канали торгівлі людьми та 1 канал нелегальної міграції. Затримано 3 організаторів та 3 наркокур'єрів кокаїну. Рост показателей – это следствие слаженной работы, но и некоторых нововведений. Главным новшеством можно отнести увеличение количества патрулей в центральных районах, более эффективное использование беспилотной техники и многое другое. А вот благодаря подключению к базе Интерпола удается работать более продуктивно. Так, только за прошлый год на пропускных пунктах было задержано более 80 человек и конфисковано 14 автомобилей, находящихся в угоне. А вот благодаря установленным камерам в пунктах паспортного контроля взяток стало на порядок меньше. Бояться. Кабіни паспортного контролю обладнано засобами відеоспостереження, що зменшило ризик втягування персоналу в протиправну діяльність. Інспектори у 148 випадках відмовлялись від одержання неправомірної винагороди, що в 3,5 рази більше, ніж за попередній звітній період. На достигнутом останавливаться не намерены. Уже сейчас разработан план по усовершенствованию своей работы. Так, к 2020 году планируется модернизировать еще 12 пропускных пунктов. Таким образом, пограничники надеются, контрабанда снизится в разы. Но, как говорится, человеческий фактор еще никто не отменял, так что новые пункты и оборудование – это хорошо. Будем надеяться, что борьба с взятками тоже даст свои результаты.